10 seconds remaining. What's up, guys? Hey, friends. Greetings, fellas. We have an offer for you. We'd like to make a small deal. We have an interesting proposition. Get the new shiny Dota 2 ticket. Buy the new Starlada ticket. Support us with ticket purchases. And we promise to show you our best. We'll show you excellent and magnificent Dota. We will make sure you see some amazing games. Take the first step into the next season. We are counting on you. Help us make Starladder 11 awesome. We will see you again sooner than you think. Thank you for your support. And your contribution will make us a little bit happier. Thank you. eSportBets.com – сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Что ж, всем еще раз привет, дорогие друзья. С вами по-прежнему студия StarLadder TV, God Hunt, и мы продолжаем. Ladjons против Na'Vi. Последняя на сегодня игра. Смогут ли Na'Vi по-прежнему закрепиться на верхних строчках турнирной таблицы, мы узнаем сразу после этой игры. Vengeful Spirit, Viper, Visage и Lycanthrop для Ladjons. Na'Vi забирает себе Invoker, Draw Ranger, Sky Mage, Jakiro. И остается последний пик. Но это не будет Visage, это не будет Винга. Это будет какой-то оффлейнер. Неплохо зайдет Фурион. В бане находится Титан, Огрмаг, Ancient Operation и Бруда от Na'Vi. Ladjons избавляются от Пака, Брюмастера, Банши, Сларка и Андайнга. Что, пятый бан от Na'Vi. Саппорты есть, есть мидер, есть керри. Остается избавиться от оффлейнера. Что? Минус от Na'Vi. Кто должен отлететь? Опять же, есть Клок, есть Тимбер, есть Кентавр. Все это не в бане. Кентавр с даггером неплохо заходит. Минус Бетрайдер. Что 20 секунд обычного времени, еще уйма бонус тайм у Ladjons. Но они задумали пушить. У них есть фамильяр или контроп, у них есть аура от Vengeful Spirit. Ну и на этом как бы все. Довольно-таки трудно будет спушить. Из станов здесь есть только Винга. Ну, с появлением фамильяров, понятное дело, немного попроще становится. Опять же, это таковые станы, которые можно и выйдить. Еще одна причина, по которой кентавр неплохо заходит. Ну, а у Na'Vi 4 рейнджовых героя. Все будут с удовольствием пользоваться аурой Траксы. Пятым, как я говорю, еще может доехать каким-то Фурион. Тайтхантер появляется на оффлейн.
Radiant team pick. Ну, не знаю, как он сюда входит. Да, из контроля. Там есть только Джакира. Ну, хоть что-то. Непонятно, чей еще будет качаться инвокер. 10 секунд remaining. Легионша какая-то войдет неплохо. Войд хорошо заедет сюда. Что все герои рейнджовые, есть макропиры, метеоры и прочие гадость, мистик флееры, поэтому посадить Фанника на Войда, я думаю. Секунд. Габлак. Предыдущую катку Нави выиграли минут, по-моему, за 18, если не ошибаюсь. То есть там труда вообще не составило. Ну, там был Ликантроп, там был Джакира, который лейн очень сильно выиграл. Бейн появляется. Но это означает, что Фанник опять на Джакира пойдет на оффлейн. Никак не будет юзаться Джакира как саппорт. Но Габлак будет играть на Бейне. Ну что, в игру Габлак, Бейн, Хвост, Дроу Рейнджер, Дэнди, Инвокер, Ванскор, Скаймаг, Фанник, Джакиро. Их оппонент, команда Ла Джонс. Хэндскин, Визейдж, Эйп Мазер, Вайпер, Эра, Ликантроп, Сиал Кит, Венгифул Спирит и Джоссум Фан Тайтхантер. Вот так будет выглядеть Изи Лейн. Единственное, что Дэнди, скорее всего, сместится сейчас в мид, а тут опять будет дабла. И все-таки, я думаю, дабла будет включать того, что если здесь окажется один тайт, спокойно будет стоять против него Хвостецкий, и саппорт отправится на какие-то ганги. Слип, санстрайк, все дела. 30 секунд to battle. Кто будет в медле? Ну, Вайпер, скорее всего. Вариантов немного, да, Ликантроп отправляется на изи лейн. Стоять ему против Фанника будет неприятно. А если здесь еще окажется и Бейн, то тем более. Могут законтрить Имфибл плюс Ликвид Файр. Могут просто раскастом замучить. То есть тут вариантов развития событий уйма просто. Фанник выходит сразу из Валфайр. Визейдж сзади. Потыкивают Сиалкида. Приходится уходить. Бейн забирает руну Регина. Снова дуалфайр. Кстати, визажу-то здесь неприятно. Пошел слоу, габлак. Это ФБ. Это ФБ достается Фаннику. Габлак получает стан, но спокойненько отсюда уйдет. А может еще и поагрессирует, потому что слип есть. Доходит, есть слип, но тут вайпер под хаулем, поэтому лучше отойти. А вайпер подцепил Фанника, но Фанник, я думаю, уйдет. Сожрал тангус, да. И Глебка идет к себе на оффлейн. Ну, а здесь будут гонять Тайтхантера. Скай. Анчор с Мэшем не попадает. И по спине от Траксы. Да, Ванскор просто прогоняет, а фласки здесь нет. Поэтому придется Тайду отъедаться тангусами. Либо идти на базу регенец, чем он и занимается, да. Хвост за это время должен немного сместить лейн в свою сторону. Либо, наоборот, протолкать так, чтобы крипы сдохли от вышки и Тайт ничего не получил. А свиток ТП приобретает место фласки, чтобы побыстрее вернуться. Фанник первый уровень. Но Алфайр пока не может мучить Ликвид Файером. Здесь никого. Прилетает сюда Бейн вторым героем. Алфайр. И снова крепить винту. Здесь же Бейн. Да, тут под Траксой неплохо. Да, всего лишь на 6 дэмэджа. Но это, считайте, какой-то нул-талисман, с которым гораздо проще дамейджить. Дэнди медле против Вайпера. И есть Cold Snap. Качается. Мы видим 1-1-1. Ну, Вайпер. И появляется первый, наконец-то, Liquid Fire. Фанник начинает сразу сжечь вышку. Малмальски, но уже 250 хп у Тавара нет. Хвосту не мешают экспиться. Соответственно, он быстро получит 6 уровень. Появится аура и
сможет еще больше помогать команде, да и сам станет гораздо мощнее, как боевая единица. Ну вот саппорты, как я и говорил, в инвизе подходит сюда ванскор. Сделать что-либо вайперу вдвоем не получится, а вот втроем можно попробовать. Но вайпер вовремя отсюда ретируется, стоит под вышкой. Ну, Дэнди это выгодно. Дэнди сейчас попытается подержать лейн. А пока ласт хитает. Вот сейчас пришли на хайграунд к вайперу. Бэйн уходит назад. Посигналили, мол, пришел. Вайпер теперь может чувствовать себя в некой безопасности. Появляется Иван Скор на варде. Поэтому все на своих местах. Ничего не боится вайпер. Ваник. Второй Liquid Fire. Сижи Визардж второго уровня. У Блока появляется Brain Sub. Какой-то дэмэдж уже есть. Не только с руки. О, хвост уже почти пятого уровня. Пока не покупает больше райсбендов. Прогоняют Тайда. Тайд по-прежнему первого уровня. Ну, сейчас получится, конечно, второй. Да, вот он, второй левел. Фаник. Dual Fire. Liquid Fire. Поджог, слип. У Фаника небольшие проблемы. Brain Sap. Надо добить Вингу. Вингу добили, но у Фаника здесь много крипов, поэтому Визажу достается все же килл. Габлак, понятное дело, отсюда уйдет. Он с сапогом. Ну, нормальный размен. С учетом того, что они вдвоем против триплы там. Фаник тут же возвращается с ТП. Хвост подтыкивает Тайдхантера. Осталось уже 1000 на руках, что ПТ. Да, ПТ тут же все собирает. Габлак. Гонит Визажа. Даже небольшие проблемы. Проюзал фласку, фласка сбивается. Уж так Габлаку просто затыкает с руки. Начинает мансить, подходит Винга, будет стан. Визаж должен улетать отсюда. Габлак, будет ли еще тычка с руки? Ой, грязь какая-то начинается. Я не знаю, у всех это или у меня. Warning connection problem. Это печально, дорогие друзья. Комментировать я ничего не могу, потому что на экране ничего не происходит. У меня все зависло. Я знаю, что произошло. Меня дудосят. Ну, бывает, да. Вчера это было 11:30. Сегодня продолжение. Да, будет небольшой стоп-старт, и мы продолжим. Не пришлось сделать стоп-старт. Мы продолжили. 3-2 в пользу Нави. Бэйн забрал все же Визажа, ну, Ликантроп забрал Габлака. Размен 1-1. Паник. Дэнди забирает соло-килл вайпера, но при этом может сам погибнуть. Нет, переживает кое-как с помощью съеденного тангуса. Остается у него буквально 15 хп, ну и продолжаются лаги. Та-та-ра-та-та-та.
Мы продолжаем, дорогие друзья. Надеюсь, это не повторится, потому что, вроде как я все меры для этого принял. Габлак, Слип, Дэнди. Попробуй что-то сделать. Cold Snap есть. Пошло торнадо. Ну и на этом все закончится. Cold Snap не последовало. Габлака пытаются подцепить. Вейв оф террор. Дэнди. Неплохой дэмэдж. На ботами тем временем хвост уже расстрелял вышку. Седьмой уровень. Morbid Mask. ПТ и один Rise Band. Дэнди. Паник, спалили волки всю эту движуху. Ну что, урна, фейзы. Дэнди отправляется на поиски кого-нибудь. Ну, поиски могут увенчаться успехом. Дэндик. Подходит к топу. Есть габлак, фаник. Волки грызут габлака. Сигналят, мол, Дэнди здесь. Ну, догадываются, то, что отсутствие его в медле что-то означает. Значит, Дэнди кого-то ищет. Вышка скоро упадет. Хвост ушел, я так понимаю, в леса оставил на фарме Ская. Мом. Торнадо. Cold Snap. Вот, возможно, это торнадо, кстати, немного угробило хвоста, потому что он не мог лайфстилиться и... Хотя я не знаю, на самом деле. Если бы просто кинули Cold Snap, мне кажется, хвост бы выжил. Паник продолжает пожирать волков. Ванскор. Скоро получишь 6 уровень. Здесь тычка. Габлак. Будет ли слип? Нет, не стал цеплять тайдуху. Дэнди продолжает стоять в медле. Я так подозреваю, какой торчит будет появляться. Да, 2 Robo of the Magi. Это означает, что будет... By the gods, the Dire's bottom tower doesn't even have arms to defend itself. What a brave tower. На ботами. Он скоро уже далеко зашел, поэтому прилетает сюда тайт. И к тому же много крипов подходит, можно и подфармить. Гаш, Ванскор пытается уйти. Но Рэвич на него в соло не хочется тратить. Паник. Вот он получит 7 уровень, 4 Liquid Fire. Есть 7 уровень. Квост. 8 уровень. И с момом пошел фармить леса. Это будет 9. Будет ли качать дальше Фрустару или хоть единичку возьмет Сайленс. Сайленс, кстати, позволил бы ему в медиа, мне кажется, легко одолеть Вайпера. То есть эти 3 секунды. Сигналят. По Дэнди прошел он по вардам. Все знают, что он тут. Видит визажа. Пошло ЕМП. Old Snap. Брейнсап. Минус визаж. 6-4. Тут же падает вышка. Остается, правда, крипам, не фаннику. Но фаннику все равно совсем чуть до Еула. Фарм Рошана. С медалькой. Нет, без медальки. Просто с Владмирсом. Зачекал все это дело хвост. Получает стан. Ликантроп идет его грызть. Есть слоу по винге. Хвост пытается уйти. Пошло торнадо. Будет ли что-нибудь еще? Мистик Флэр не попадает ни по кому. Совсем чуть по волку. Вайперс. У Тайда есть тревич, поэтому отсюда лучше уйти. Хвост нажимает мом, пытается стекать. И возможно это даже получится, потому что форма закончилась. Ставится ЕМП. Разогнали. Троу Рейнджер. Просто Ароу. У Эры небольшие проблемы. Придется давать Рэвэдж. Пошел Рэвэдж. Минус хвост. Ну да, там либо тэп-аут, либо Рэвэдж. Загоняют Ванскора. Ванскор. Гаш. Тычка. Погибает. Ну вот отсюда нельзя отпускать. Айспэд.
Go Fire, Liquid Fire, горит, надо заслипать. Габлак не дотягивается и просто уходит Вайпер степ-аутом. По итогу размен 2 в 0 в пользу Ла Джонс. Надеюсь, со стримом у меня все хорошо. Ну, вроде как да. Паник. Получает гаш. Айспэд на ход. Фамильяры будут ли сажать? Нет, справляются и так. Это фраг от визажа. Ну, далековато зашел Фаник. Медле тем временем Дэнди расправился с ликантропом. ЕМП, торнадо. На один обливион став уже хватает. У Блака появляется финсгрип. Можно пощекотать. Фаник с рецептом на Юл. Что-то летит. Да, летит к Дэнди. Первый обливион став. Еще одна Сейдж Маск. Расстреливают вышку в медле. Твоего в террор. Да, Тавр сейчас так и упадет. Слишком много дэмэдж с руки. Попытка знает не увенчалась успехом. Дроу Рейнджер. Есть уже Яша. Снова Фаник, снова на ботами. Сплит пушащий Джакира. Не так у него все великолепно, как в предыдущей игре, когда он в соло на оффлейне расправлялся с любыми оппонентами. Заход на Рошана, поджимается мом. Файер. Танкует. О, Рошана уже нет. Летят сюда фамильяры, но прилетят они слишком поздно. Да, они зачекали. Садили фамильяров. Есть тут же 2 ТП на Т2. Должны успеть справиться с Рошаном. Справились с Рошаном. Аегис для Дэнди. Рассыпали еще и фамильяров. Ну, и получается, что... Нави сейчас очень сильно выиграли и время на карте, и заставили сместиться всех на Т2. Поэтому они ничего за это не получили. Паник продолжает фармить. Габлак 7 уровня, 4 брейнсап. 1000 на руках у хвоста. Я думаю, что это будет БКБ, чтобы выйти всякие ревиджи. Настакивает ванскор. Паник покупает войдстоун и летит к нему уже рецепт, я так понимаю. Да. Юл есть. Ну, а ребята из Ла Джонс пока просто гуляют. Рецепт на меку появляется у Вайпера. Стоит его только принести, и мека будет собрана. Габлачина. Габлачина фармит. До форстафа совсем чуть-чуть. Тайтхантер. Дагер, досты. И снова выход на Фаника. Фаника ТП в КД. Ждут, как кто-то ошибется. Например, Дэнди в инвизе пойдет искать кого-то в лесу, и его можно будет подловить. Дэнди с Аегисом. Не самая лучшая цель для убийства. Пауза от ванскора. Ждем, когда Ван скоро вернется. Надеюсь, его не того самого.
не как меня. Что ждем вон скоро? Что у нас пока по нутворцам графикам? 7500 Тракса, 6500 Инвокер, 5900 Ликантроп, 5500 Джакира, 5000 Вайпер. Команда Нави выигрывает сейчас около 6000 золота и 4500 экспы. Ну, как-то так. Да, вылетает ванскор. Что-то, мне кажется, это то же самое, что вчера было у меня. И по-моему, у ванскора было. То, что его додосили. Да, Габлак пишет, что это додос. Ну, у этой проблемы есть одно решение. Это выйти из заветной программы и перейти всем в какой-нибудь TeamSpeak. Никому не разглашать адрес. Хвост тут пытается шутить. Ждем возвращения ванскора. Надеемся, что он справится с додосом. Давно не было и видно, слышно додосер. Вот опять активизировались в последнее время. Ну, им всем уготованы красные догоны в аду вместо дилд, на которых они будут качаться. Главное, чтобы на всех догонов хватило. Пока у игроков есть возможность запустить стримчик, попалить варды, где еще одевались, чтобы все было по-честному. Это тактикал пауз от Пупея, но теперь от Габлака. Возвращается ванскор, надеемся, в боевой готовности. Как Габлак в ударе. Гоу пишет. Хвост. Игра продолжается. Что ж, Дэнди, когда прилетит или уже летит? Да, уже летит готовый Оршит. Теперь будет веселее искать по карте, кого-то находить и разматывать. Оп. На-най-на. Оп. На-на-на-на-на-на. Бедный ванскорчик. Сори, говорит. Хвост. В
Ваня на вас скоро, говорит. Он безумен. Что теперь делать? Теперь надо найти программу, в которую сместиться и в которой можно разговаривать. Ванскор, то, что Ванскор в игре, это не значит, что он Ванскор сможет сейчас нормально играть. Может быть, там пинг просто зашкаливающий. Гоу. Дэнди. Забирает руну даму дэмэджа. Тут же уходит в инвиз. На ботами, правда, не получится никого найти, потому что вся команда Ла Джонс скооперирована в миде. Ой-ой-ой-ой. А вот это грязно. Находят стаки, которые готовились для Траксы, под вейвов террором медалькой Анчер Смэшем фармят это все моментально. Обидненько, очень обидненько сейчас должно быть Нави. Нави должны просто ломануться и быстренько забрать Т2. Т2 здесь немного подкалечено. Но они потеряют медловую вышку. Не хотят пока драться Ла Джонсы, и это объяснимо, потому что там есть Аегис у инвокера. Пойдут на Т3. Да, что остается Нави? Тут будут забирать Т2 и полетят дефать свою Т3. Если контроп сейчас должен навалиться на вышку, пытаться ее забрать, либо делать ТП. На вышку здесь неплохо прокоцали уже. Минус 400 хп, пошел Liquid Fire. Нави опять сейчас на 18 минуте запорится на хайграунд. Пока нет. А вот Т2 страдает в это время. Много крипов. Нажимает смом. Бык. И хвост просто фармирует все, что тут подвели за это время. Т2. Рецепт на БКБ. Метрил Хаммер есть. Остается дофармить. Буквально 5 сотен до Угарклаба. Дэнди. Ну, Дэнди целенаправленно идет к таргету. Олдснэп. ЕМП. Урна. Очень больно здесь зажжен, но тут без шансов вообще. Даже если бы последние 2-3 тычки не делать, там хватило бы дэмэджа просто от Орчида. Фаник. 10 уровень. Юл. И купился чейнмейл. Что это, блейдмейл какой-то будет? Или... Или Меку будет собирать столь позднюю. Дэнди подпушивает топ. Атаки с руки просто тьма. 95 плюс 102. Тычки с руки болезненные залетают. Кого-то нашли? Да, Финсгрип и Мистик Флэр. Этого более чем достаточно. Два саппорта разобрались с Вингой. Смещение в мидл. Подцепили Эру. Ну а что с ним тут еще сделать? Ничего. Зато спокойно Дэнди пушит топ. Никто его не трогает. Здесь, возможно, цепанут Ванскора. Ревейдж по двоим. Габлак, Ванскор, проблемы, Ванскор. Взлетает Юл. Ну, Габлака форстаф, и он еще уйдет. Да, забрали Ванскора. Теряют вышку на топе, забирают ее Дэнди. У него тоже появляется форстаф. Это еще один буст к атаке. Хвост в это время фармит эншентов. Но команда Ла Джонс должна смещаться на ботом и ронять Т1 наконец-то. Ну, тут, наверное, упадет Т2, как организм светится. На ботами. Нет, хвост не торопится. Т2. Хотя знают, наверное, что сейчас нет Ревейджа. Он был потрачен на саппортов. То можно и прогрессировать. Роу Рейнджер забирает очередную вышку. И опять к Т3. Вейвов террор. Фаник. Ликвид Файр. Прожимается мом. И начинают настреливать. Айспэд на ТП. Встает Вайпер. Пол Тавера уже нет. Смотрите, как быстро отлетает вышка. 400 хп уже остается. Это всего лишь первый заход был. Ликантроп сгрызает Т2 на ботами. И минус вышка. Можно заходить на ХГ. Заходит на ХГ, зная то, что Ревейджа нет. Вайпер. Мистик Флэр. Свап пока еще живет, а он, судя по всему, вылетел. Я не знаю, что с ним случилось, он просто стоит АФК. Да, Венки Фулл Спирит ставит паузу, тут же вылетает Скай. А вот пишет, что тоже проблемка небольшая у Вайпера. Потому что его щеманули. Щемление.
Вайпера здесь дофокусят. Не, могут сыграть по фаерплею, не трогать, но я думаю, что стоит забирать. То, что сейчас он сходит, отхилится. Хотя он может еще поражать меку и спокойненько пожить. Ван скоро возвращается. Ну, сторону, скорее всего, потеряют. То есть казарма магов сейчас отлетит очень быстро. Хвост только-только включил БКБ, буквально секунда прошла. Снова вылетает Ван скор. Что тут чуть ниже? Чуть ниже Дэнди. Дэнди оставил Тайда полностью без маны. До Рэвиджа еще 60 секунд. Визаж тут ничего не предъявит. У него медалька и сапог. У Дэнди как бы 210 атаки с руки. Поэтому Визажу здесь надо текать вместе со своим другом. Винга здесь тоже еле живая. Хвост, скорее всего, сделает тычку по винге. Этого хватит, чтобы ее забрать. А потом расправиться с вайпером. И останутся голые бараки. Форму принимает здесь ликантроп. Некров нет. Есть Владимир ПТ. Ну, то такое. Ну что, ждем вайпера. Вайпера, походу, там наглухо затопили пакетами волшебными. Хотя сет, скорее всего, disconnected, не обязательно его задудосили. Но когда тебя длительное время додосят, каждый disconnect уже кажется додосом. Скоро тут спрашивает, есть ли какие-нибудь новости по поводу... Ждем вайпера. Ну, плачевная, конечно, ситуация здесь у ладжонсов. 10 тысяч ровно сейчас преимущество у Нави по золоту, 5 тысяч по экспириенсу. Фортификейшена нет. Хвост БКБ, контрить нечем. Сторона, скорее всего, упадет.
а за ней могут рухнуть еще две, потому что Т2 вышек нигде нет. Убивай, не хочу. Время 12 ночи, завтра в 11 утра по Москве. Вы опять же услышите меня на плей-оффе Китая. Будем с вами смотреть 2 БО3 катки. Узнаем 2 сильнейшие китайские команды по версии StarLadder. Так что не так много времени у вас осталось на отдых. Если, конечно, вы хотите посмотреть битву сильнейших китайских коллективов. Ну, ждем. Будем надеяться, Вайпер вернется. Потому что вчетвером Ла Джонсов выглядит все еще печальней. Всякое бывает. Вчера у пацанов тоже вроде как ГГ было на какой-то там 60-й минуте. А потом бах! И привет, 2000 грипов. Все дела. Ну, здесь геймченджеров таких нет. То есть, ну, даже Ликантроп получит свои 6 слотов, Тракса, Инвокер. Ну, не знаю, очень трудно ему будет. Тайт с рефрешером, БКБ, Шивой какой-то. Может что-то изменить. В принципе, когда БКБ станут 5-секундными. Два рейвейджа довольно-таки много меняют. Но где ему выфармить эти... Здесь, скажем так, нечем дефать мега-крипов, когда они появятся. Потому что базу Фьюри здесь вряд ли у кого-то будет появляться. В общем, герои не для переворотов. Десять минут у нас дается на решение технических проблем. Я думаю, что минут 5-6 уже прошло. Что там пишется? А, ну, смайлик недовольности. Sorry about it. Что тут поделаешь?
Ну, получается, Нави сейчас опять игру за 20 минут закончит. Хотя, не сильно бы, мне кажется, меняло здесь присутствие Вайпера. Ну, то есть, да, по-другому что-то выглядело бы. Сейчас он прожал бы Меку там, дал бы Вайпер Страйк в того же хвоста. Но... Говорят, что перезагружает модем. Сейчас Вайпер. Удали винам, братан. Я слышал, это помогает. Совет всех времен и народов. О, вон скоро вылетел. Вайпер, поторопись. Время на исходе. Вернулся в TeamSpeak Viper. Это означает, что мы в скором времени продолжим. Viper back. Отлично. Он сейчас прогружается, видит ситуацию по своему здоровью. Такой, и что здесь сделать? Стоит, говорит, у меня нет маны, у меня нет дакера, меня пинает Дэнди на ботами. Визейдж говорит, что я ничем помочь не могу. Хвост там уже вовсю, наверное, айт-кликает по Бенки Фулл Спирит, который надо сделать одну тычечку, и она отвалится. Но Фаник тут раскастовывается. Гоу! 3, 2, 1, хвост. Тычка по винге, пошла Мека, еще пару тычек залетает. Он по-прежнему БКБ, схватили Финн с гриппом, минус Эйпио Мазер. Эйп Мазер просто. Фаник получает стан, пошел Хауль, слип на Эра. Стреляли визажа. Проснется сейчас Full Spirit. Дотыкали Эру. Ну а что, Тайт запрыгнул. Окей, теперь Слоу, Сайленс, Габлак. Сейчас будет слип. Слип одного. Хвост рассыпался, а Игиса нет. Ну и задефались вроде как. Фаник или живой. Гаш, минус Фаник. Дэнди. А что Дэнди сделать? Ничего. А тут, походу, еще и Габлак погибнет. Нет, Габлак улетает на тэп-ауте. Еле-еле. Дабл дэмэдж. Дэнди. Забирает ДД. И пошел тут же искать кого-то. Сторону тут не снесли Нави. Майбеки там немного помешали всему этому делу. Дэнди. Тычка по куре. Минус курьер. Заходит на хайграунд. Пытается дотыкать оранжевый барак. Понимает, что не пробивает. Гаш, анчор смеш. Есть ТП. Дэнди. Форстаф. ТП аут. Пошел ревич. Тут еще и свап. Все потратили в Дэнди. Но это как-то грязно было на самом деле. Просто опять ревич в одного. А не, в предыдущий был в двоих саппортов. Правда, Габлак ушел. Что там у Траксы? 1900. Я думаю, что так рьяно больше на Ави заходить не будут. Хотя, зная то, что сейчас Ревиджа опять нет, можно дождаться Дэнди и ломиться опять по медлу. Там вышки нет, рейнджовый барак
227 хп. Можно добить сразу с заходом. Габлака. Сэндж появляется, пытается. Вайпер страйк. Габлак. Пошел Геул. Ликантроп. Вторые Ника. Ресается Дэнди через 5 секунд. Пам-пам. Йул. Фаник, Мека, Базилка, 1000 на руках. Ну и удавить. Сигналят по хайграунду. Стоят варды. Сентри обычные. Подходит Фаник. Ликвид Файр. Пошел Йул. Айспэд. Мистик Флэйр. Очень много дэмэджа. Пошел свап. Ставится вард. Попытка раздевардить. Поломали. Liquid Fire. Падают бараки. Финс Грип. Щекочет. Визажа. Визаж. Айспэд там выталкивают из него. Сайленс и Дэнди. Гоняются за хвостом. Хвост может и погибнуть. Хвост. БКП. Погибает. Тайт. Без реведжа еще 39 секунд. Драться больше некому. Хвоста убили как бы и все на этом. Есть еще Дэнди. Но Дэнди просто убегает. Эра совершает даблкил. Тайт. Чёрт с мэшем, подцепил. И пытается уйти. Фаник минус. Это снова минус 3 в одного. Ну, милишный барак не упадет от крипов. Я думаю, по понятным причинам. Он регенится, крипы респаунятся рядом. Один рейнджовый крип не способен справиться. Усиленный с бараком. Что, очередной неудачный заход от Na'Vi. Сколько они потеряли? Преимущество по-прежнему стоит в районе 10 тысяч по золоту и 2500 по экспириенсу. Тайт в инвизе. Прошел мимо глубокла. Габлака не стал его трогать. Есть Рошан. Есть третий Некрочи. Надо чем-то контрить Ликантропа. Пока хвост не справляется с ним. Появляется Мантастайл. Вот, может быть, лучше Доминатор был бы на плюс дэмэдж. Плавный выход Сатаник. Да, можно было бы постоять подраться с Ликантропом. Начинается фарм Рошана. Подлетают сюда фамильяры. Должны здесь драться Na'Vi, но теперь там есть Ravage. Хвост под момом. Падает Рошан. Иллюзии разваливаются. Ну и Na'Vi сейчас прекрасно понимают, что ближайшие 5-6 минут драться-то не особо хочется. А вот Ладжонсы могут пойти и подавить. Почему они могут пойти и подавить? У них есть Аегис, у них есть Ликантроп с третьими некрочами и хотя бы Т2 вышки. Надо забирать. А их еще две. На топе и на медле. Ну, главное сейчас не зажиматься. Вера. Дэнди. Дэнди 1000 на руках. Тоже собирает БКБ себе. Пока есть только Ogre Club. Есть урна. Орчит. Форстав. Ну, немного артефактов прибавилось, скажем так. Последний кто-то. Хвост. Прожал БКБ зачем-то. Я так подозреваю, что это мисклик. Отфармливаю здесь крипочков иллюзиями. Ну что, реализация Аегиса не будет. Всего лишь простоят и 6 минут профармят. Вот и рефрешер у Тайда, о котором я говорил не так давно. То, что БКБ сейчас будут довольно-таки короткими. И БКБ... Ой, тьфу, рефрешер и два реведжа будут очень актуальны. А БКБ-то пока только одно. И оно у хвоста, и оно уже 7-секундное.
Нави не идут в атаку, потому что есть Аегис. Зафокусить ликантропа они могут через какой-то финсгрип. Но и надо при этом законтрить вингу. Расселял фамильяров хвост. Сейчас получит 16 уровень. Но Денди продолжает куролесить на топе. 1000 с небольшим остается до БКБ. Наконец-то смоук и какие-то действия от Ла Джонс. Ванскор. Стан. Минус. Прочитали здесь Ванскора. Дэнди тут же начинает сплит-пушить топ, зная то, что вся команда находится в лесу. Паник, фарми чужие леса. Есть дагер. Это из последних приобретений. Блока Сэндж, и вот-вот накапает уже на Алибарду. Хоть какая-то контра будет ликантропа. Хотя у него уже хватает на БКБ одним кликом. Трепочка, трепочки горят. Пошла Мека. Зачем-то. Чтобы выхилить крипов. Спалили Фаника и Дэнди. Волка привязывают к Фанику. Тэп-аут. Дэнди. Свап. Сбили. БКБ нет. Инвиз. Ставится Вижен. Пошел стан. Видят Дэнди. Колупают. Гаш. Минус Дэнди. 60 секунд без байбека. Очень грамотная игра от Эры. Привязал волка. Что позволило Винге своевременно сделать свап. Ну, если бы, конечно, он сделал сначала инвиз, а потом тэп-аут, то все было бы нормально. Что не успели бы поставить вард и свапнуть. Забирает Фаник Некрача. Бейн, Алибарда, Форстав. Некий эвейжен появляется. Можно хоть чуть-чуть пожить в файте. Вообще 1400 хп это неплохо. У Вайпера гоним Мека. 1500 на руках. Хвосту сейчас будет ой как не сладко. А с учетом, что он чуть ли не основной дэмэдж дилер. Это плохо для Нави. Пропадает Аегис. Fortification. Собираются подефать. Дэнди надо быть аккуратнее, потому что драться под своим хайграундом без байбека это опасно. ЕМП, эспэд. Вайпер остается без маны. Добивает вышку. Достается на визажу. И улетает отсюда Вайпер. Это дефать, дефать, потому что тут хвост уже почти протаранил Т3. Голую сторону оставлять не хочется. Кристаллис появляется у хвоста. Не пошел в баттерфляй. Я думал, что именно на этот артефакт пойдет выпад. Пойдет выбор. Потому что как бы эвейжен. Ликантроп тебя грызет. Тебе неприятно. Баттерфляем. Ты можешь выживать чуть дольше. Когда там кераса и МКБ вроде как не светит. Фаник. Продолжает сплитпушить, напрягают топ. Здесь же уже габлак. Сместятся ли сюда Дэнди с хвостом, мы сейчас увидим. Ну, хвост вроде как туда отправляется. Дэнди уже тут. Мидл толкается, здесь усиленные ранжовые крипы. Вот там на ботами. Тоже движуха интересная. Сигналят, мол, надо ломать. Что Манта Стайл, фортификейшн здесь нет. Wave of Terror. Хвост. Стоит, наяривает. Дэнди помогает, пока только иллюзиями. Свап Дэнди. Есть ли БКБ? БКБ нет. Дэнди форстафом пытались вытолкнуть. Еще один форстаф. Дэнди выживает. Джинвиз.
и бежать. Третьи не крачи. Они все это дело видят. Дэнди надо чем-то сейвить. Может, просто так его отдадут? Это лол. Это просто лол, на самом деле. Без БКБ, без чего-либо. Два саппорта просто уходят пешком, при том, что можно было заслипать, сделать что угодно, это был бы сейв. Хвост продолжает фармить. Пытается выфармить себе, я так понимаю, Дейдаус. Да, Дейдаус уже есть. Блак ставит варды. Ну что, Т3 они почти снесли и на ботами, и на топе. Медле голый милишный барак, у которого осталось 700 хп. Ну вот, отдача Дэнди для меня была довольно-таки странным деянием. БКБ, я так понимаю, есть, да? Да, вот он лежит. Рецепт. Full Spirit. Должен здесь погибать. Погибает. Вайпер Страйк по Фаннику. Толкает форстав у Фанника. Еще один форстав. И Фанник спокойненько уходит. That's not good for the Radiant. Кого-то еще подцепили. Ликантропа. БКБ у него нет. У него небольшие проблемы. Ликантроп, Мистик Флэйр, минус 81 секунда. Байбек делать придется. Ну, сделает байбек, денег вообще ни на что не останется. Здесь волки тем временем пытаются прогрызть вышку. Пойдут давить мидл. Надо добивать лишний барак. Контроп сделает байбек. Форма будет через 20 секунд. Если Нави не будут медлить, то за 20 секунд доберутся до милишного барака. В это время хвост просто заходит на топе. Сносит вышку. Фортификейшна нет. ЕМП. Растягивают сейчас Нави своих оппонентов. Свап. Дэнди, БКБ, Мистик Флэйр. Айсвол поставился. Дэнди еле живой, очень много дэмэджа от фамильяров. Их надо как-то остановить. Раскаст Ванскора. Ванскор переживает. Айспэд. Вот все это время находится на топе. Снова Дуалфайр. Вайпер Страйк. Дэнди. Очень больно. О, посмотрите, что творят фамильяры. Затолкнули на хайграунд. Как же больно здесь Дэнди. Под алебардой носится вайпер. Ревэдж от Тайтхантера. Это первый только. Будет ли рефрешер? А он тут не нужен. Ну, средненько. Опять же, средненько. Милишный барак так не добили. Фанник отсюда тоже не отпустят. Он пытается сделать блинк. Поднимает себя в Еул. Подлетают три фамильяра. Здравствуй, Фанник. Фанник, конечно, на Еуле довольно-таки быстрый. Уходит с даггером. Милишный барак стоит. Здесь хвост расстрелял, опять же, оранжевый. Резается Рошан с сыром и Аегисом. Рошан падает очень быстро. Слишком много дэмэджа от фамильяров. То есть БКБ это здорово, но когда ты под медалью и тебя просто месит, это никак не спасает. Вайпер с Венги Фулл Спиритом на поисках кого-либо, кто захочет еще раз посплитпушить. Да и дал со хвоста 2700. Три стона на руках. Бутерфляй должен быть. Вариантов, как бы, мне кажется, и нет. Ну, теперь Нави идти невыгодно опять в ближайшие 5-6 минут. Там вообще сыр есть, поэтому вообще идти невыгодно. У Тайда Ревич откатится через 60 секунд. Их снова будет два потенциальных. С такой игрой нужен дезолятор и Кираса. Видит Эру. На двоих расправятся. Гоблаком через спинсгрип можно попробовать. Гоблак не шел почему-то помогать. Эра. Остается без маны. Пошел за Дэнди. Если не крачи, не крачи через 10 секунд. Пока просто грызет. Подлетают сюда фамильяры. На форстафе спускается на лоу граунд. Фамильяры продолжают провожать. Ну и как бы на этом все.
Развел на форму, грубо говоря. Тем временем на ботами. Ванскор пропушил немного лейн. Т3 здесь, скорее всего, упадет, если никто дефать не прилетит. Ну вот сейчас сигналят, мол, пора. Здесь же хвост. Да, сигналят, мол, надо дефать Т3, но Т3-то уже по-любому не задефают. Рассыпалось Т3. Вайпер здесь. Хвост, БКБ. Если чем сбить, нечем сбить, хвост просто улетает. Т3 поломали. А здесь подцепили тем временем вингу. Пошел айспад. Брейнсап. Да не пытался застилить бластом, не пошло. Ну вот сейчас пока 45 секунд нет винги и нет свапа того самого, который спасает от финсгриппа кого угодно. Может, стоит попробовать? Или не стоит? Дракса. 4300. Руна дабл дэмэджа. Ты чё, актуально для Драксы с ее количеством белого дэмэджа. На топе Дэнди опять подпушил. Опять же напоминаю, что один барак стоит, как и в медле, только милишный. Торнадо. Хвост просто рейнджовый барак потыкивает через иллюзии. Ну это грязь. Есть три рейнджовых барака, фамильяры, садили на Дэнди. Габлак. Усыпил, разбудили. И попытка сделать паук. ЕМП. Габлак улетает на 100 хп. Дэнди пытается уйти. Уходит хвост ТП. Этот фаника. Все разбежались. Все разбежались, да. А, крипы. Что крипы? Ну, крипы здесь. Тут катапульта грязная делает. Просто вот сейчас attention, attention. Внимание! Через 3 секунды появятся крипы. Ну, кто пульта, так это пульта старается. Нет, все. Есть ТП. Засейвит барак. Это пульта хочет сделать всю грязную работу. 5400 хвоста. Кстати, вот тут, да, обратили внимание, у хвоста 0.4.5 на Траксе. На суперкерри. Рейнджовым, с бешеной атакой. Собирает БКБ Ликантроп. Ну, если цепанут финсгриппом, это не особо что-то меняет. Ванскор. Показывает, мол, здесь вайпер. Есть два рейджа. Сыр, мистикстав. Явно с манной проблем не будет, даже если пойдет под ЕМП. Видит фаника. Начинает наваливать. Бласт. Торнадо. Мека подходит габлак, будет ли слип. А что, в чем проблема была? Была же тычка, почему не финсгрип, не слип, что угодно. Просто забрать вайпера. А егиса у него нет, это был бы минус. Там и байбека, скорее всего, нет. Что денег слишком мало на руках. Нет, у вайпера есть байбек. Снова пишет Ванскор. Ну, Ванскор еще в таверне сидеть 50 секунд. Байбека у него нет. Он также собирает затыкалку. Гоу. Мы продолжаем. Нави опять в меньшинстве. Что по графикам? Более 12 тысяч по золоту, но они стоят очень давно. Чуть-чуть совсем Нави выбираются вперед. По XP все довольно-таки ровно для 41 минуты. Различие нулевое. Ревейдж. Успел хвост прожать БКБ. Фаник изжирают. Бласт. И вовремя дропнули гем. У хвоста заканчивается БКБ.
Тэпа вот у него есть, пытается уйти на бомбе, но куда ты тут денешься от вот этого пацана? Башера у него пока нет, поэтому надо кастовать ТП-аут. Босс пытается просто убежать на... ноге. Заканчивается бомб. Гаш. Есть слоу. Сайленс. А теперь маны нет на ТП-аут. Но если переключить ПТ, будет. Есть подсейв ТП. Запрыгивает сюда просто. Тайт. Дэнди. Слоу. Раскаст. Фамильяры подлетают. Байтят пока, байтят, много времени выигрывают. Тем временем на ботами Габлак пытается справиться с иллюзиями Вайпера. Ну, вышка здесь должна падать. Подходит как раз таки крипы. Нажимают Fortification Na'Vi, но слишком рано. Хотя, наверное, через Backdoor Protection бы снесли. Мистик Флэр никуда. Эра, вид ванскора. Падает вышка. Есть сыр по-прежнему. А Егиса нет, 1800 на руках, но есть БКБ. Пошел Рэвидж, наперед, к хвосту. Как же больно, вытолкнули, прожимает БКБ, пытается уйти, свап назад. У хвоста большие проблемы, хвоста дотыкали, хвост, байбек тут же. Ликантроп, пошел жрать Дэнди. Не жирает, будет ли Вайпер Страйк? Пока под сайленсом, Вайпер Страйк через секунду. Рассыпали Вингу. Хекс, Эйпмазер, должен погибать, погибает. Попытка снести барак фамильярами. Хвост вроде как не дает разрешения на этого, гасит фамильяров. Фаник сжигает визажа. Погоня за Эрой. Эра, не крачи. Не хотят отпускать. Na'Vi просто в погоню, как говорится. Вайпер делает байбек, чтобы задефать свои рейнджовые бараки на ботами. Здесь катапульта настреливает огромное количество крипов. Но Na'Vi сейчас должны идти. Na'Vi должны идти по-любому, зная то, что нет двух ревейджей. Хвост. Правда, без байбека. Быстренько толкает крипов. У хвоста, кстати, на руках 5600. Вот что-то купил. Что он мог купить? Баттерфляй. Почти баттерфляй. Чуть не хватает. Байбек от Ликантропа. Есть форма. Есть БКБ у него. Через 7 секунд. Некров только нет. Рэвидж еще очень долго. Вайпер страйк в хвостах. Хвост тут же уходит в БКБ. Можно настреливать. Надо затыкать. Эра пока носится. Тайт просто запрыгивает и пытается напугать. Эра все еще в БКБ. Вид хвоста. Хвост под момом. Да тут сейчас просто 2-3 тысяч. Хватит. 410 руки. Пытается уйти хвост. Еще 319. У хвоста нет байбека. 110 секунд в таверне. Цепляют Габлака. Вайпер тут же. Расстрел Габлака. Это грязь. И Фаника видит. Фаник. У Фаника банально нет свитка ТП. Пытается уйти на ноге. Дагер у Тайтхантера есть, он может прыгать в догонку. Но почему-то пока не прыгает. Шива. Прыгнул. Гаш. Это минус Фаник. Поднял в Юл. Пытается уйти отсюда. Есть еще Хекс. Упрыгивает дальше. Ну а тут в это время просто бегут. Просто бегут. Как раз таки будут некрачи к заходу на хайграунд. Некрачи. Форма. У Ликантропа будет все. У Na'Vi не будет хвоста еще 70 секунд. А 70 секунд это очень много. Откидывается торнадо. Дэнди пытается всячески выиграть время. Успел проверить мантастайл Вайпер. Понимая, что... маны все равно не останется. Начинает бить вышку. 50 секунд без хвоста. Метеор. Мистик Флэр. Вайпер не особо ощущает все это дело. У него еще, если что, сыр. Прожимается БКБ. Ликантроп вгрызается в вышку. Вайпер скушал сыр. Пока еще живет. Начинают бить бараки. Отличный ревич по троим. Еще один ревич по троим. Na'Vi просто рассыпали в секунду. Байбек от Дэнди. Габлак не переживает все это дело. Байбек от Габлака. В любом случае, хвоста еще нет 25 секунд. Ревиджей тоже больше нет, но падает две стороны у Na'Vi. Что творят Ла Джонсы сейчас? Дэнди после байбека. Его можно и побить, кстати, на самом деле. Но Эра хочет уйти. Его надо подсейвить. Скрип, свап, стан по габлаку, габлак. Фамильяры летят через 4 секунды, у них будет уйма дэмэджа. Na'Vi потеряли две стороны. Теперь лайны будут пушиться у них, они играют против Ликантропа. У них есть Тракса, вот по мне так мом это ошибка. Вот был бы доминатор, мне кажется, все было бы иначе. Уже можно было бы собрать вместо Деидауса какой-то сатаник. И когда в тебя вгрызается Ликантроп, ты мог просто стоять на месте, нажимать сатаник и драться с ним в то время, пока твои саппорты не повесят ему алебарду. Но момчег. Хотя это я рассуждаю так.
Соответственно, в то время, когда Нави шли долить, давить, дэмэджа у них было уйма, и им надо было просто сносить. Но что-то пошло не так. Забирают Рошана, снова сырый Аегис. Вот сейчас должно быть попроще хвосту. Убить его придется два раза. Но минус две стороны, это, конечно, минус две стороны. И 200 на руках у Ликантропа. Покупайте себе просто башер одним кликом. Да, Нави сейчас трепят нервишки своим фанатам. Тем, кто поставил, тем, кто не поставил и просто болеет. Вроде как Аегис, и вроде все неплохо, у Дэнди есть сыр. Свап, хвост, манта стайл. БКБ специально не прожимает, знает уж у него Аегис. Ликантроп сожрал его просто за секунду. Дэнди успеет ли съесть сыр, не успевает. И у Дэнди тоже 100 секунд нет байбека. Хвост встает, прожимает БКБ. Пройдет ли баш, не крочи, вайпер страйк. Очень сильный слоу, есть ли ревич. Ревич только 14 секунд, но у хвоста заканчивается. БКБ его просто расстреляли. Это ГГ, дорогие друзья. ТП на ботом, тут же стравелов, ликантроп здесь, и дефаться там нечем. ГГВП пишет хвост. 48 минут. Игра, которая вроде как всю игру, действительно, на протяжении всего матча, все шло под диктовку Нави. Одна-две неудачных драки. Не получились заходы на хайграунд, сыграть попытались как-то в крысу. И закончилось это тем, что команда LaJones выигрывает Нави. Что ж, это был последний на сегодня матч Европы. Для вас работал Good Hunt. Мы с вами увидимся уже всего лишь через 10 часов, где для вас буду комментировать Китай плей-оффы. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока, дорогие друзья.